Из-за коммунального ЧП на Тюменском тракте в Сургуте может ухудшиться качество воды в зоне риска западная часть города. Сегодня ночью произошел порыв сетей водоснабжения, причина которой называют в горводоканале смещение грунта, а он мог возникнуть из-за частых работ строительной техники на этом участке дороги. К месту порыва оперативно приехали аварийные бригады. В течение получаса подачу воды переключили на резервные ветки, а утром Тюменский тракт оказался в большой автомобильной пробке. Участок, где произошло коммунальное ЧП, оградили сотрудники госавтоинспекции. На горводоканале же предупредили, что из-за аварии качество воды может измениться. У нас же получается магистральные водоводы – это сообщающие сосуды. И где водоразбой будет больше, туда больше потянет. Но, скорее всего, пострадает это западная часть города, такие микрорайоны, как 38-й, 42-й, 40-й. Сейчас мы дополнительно вывели людей, которые будут вести контроль на магистральных сетях совместно с лабораторией.